Привет, ребят, с вами Роман, и сегодня я вам объясню такую насущную тему. Меня на каждых стримах, там, на каждых видосах и так далее задают вопрос: Роман, как влияет оперативная память, какую взять оперативную память, как влияет частота, как тайминги на игры вообще, на производительность и так далее. Постараюсь вкратце, без всяких сложных терминов, разложить вам по полочкам, как это влияет, и покажу фрагмент видео с примером. Для начала давайте определимся. Есть, значит, так сказать, процессорозависимые игры, есть больше GPU-зависимые игры. И вот в процессорозависимых играх часто так получается, что у вас видеокарта не догружена до полного, да? Допустим, там на 80%, каких-нибудь там Tarkov, Rust и так далее, да? Counter-Strike там. То есть у вас процессор работает на полную, а видеокарта не догружена. Это значит, что процессор не может подготовить достаточное количество кадров для того, чтобы, ну, видеокарта обрисовала, ну, грубо говоря, вот так, да? Получается такая ситуация, что процессор узкое горлышко, да? И вот именно в такой момент процессор, он же работает в паре с оперативной памятью, вот частота, тайминги оперативной памяти помогают процессору быстрее работать. Это простыми словами, то есть позволяет в паре, грубо говоря, ну, как типа вот вы разгоняете процессор, да? Добавляете частоту, добавляется кадров, если у вас упор идет в процессор, да? И также, если вы разгоняете оперативную память, ужимаете тайминги, примерно происходит то же самое. То есть это все подталкивает и дает больше кадров подготовить процессору. Увеличивается пропускная способность памяти. Но сразу скажу, если у вас GPU-зависимая игра, то есть которая упирается в видеокарту, в возможности видеокарты, да, то вам разгон памяти практически ничем не поможет. Максимум, что вы добьетесь, это, скажем, вот это, знаете, 1.01% low, да? Может быть, где-то чуть-чуть плавность увеличится. Может, где-то у вас были подфризы, они, может быть, меньше станут или пропадут, да? То есть разгон памяти, он в любом случае влияет, но если вы упираетесь в видеокарту, то разгон памяти вам даст незаметные вещи, которые вот сразу по FPS вы не определите. Но играя в игру, вы, возможно, заметите, что у вас плавнее стало, меньше фризит и так далее. То есть вот это вы тоже добьетесь. Следовательно, разгон памяти, он все равно дает даже с упором в GPU некий, ну, такой прирост, да. Вы это заметите, когда будете уже долго играть в игру и заметите вот эти все, да, преимущества. Но если у вас упор в процессор, то, соответственно, вам разгон памяти даст, ну, очень неплохо, я вам скажу. Давайте, так сказать, поговорим о базовых понятиях. К примеру, да, некоторые думают, что если они вот взяли одной планкой, купили на 16 гигабайт, то это то же самое, что 2 по 8. Нет, это не то же самое. То есть объем памяти у вас такой же будет, но одна планка работает в одном канале, две планки работают в двух канале, соответственно, в правильных слотах. Соответственно, пропускная способность там увеличивается чуть ли не в два раза, ну, очень много. И, к примеру, у вас было там с одной планкой там 50 FPS, если с упором в процессор, а с двумя планками у вас может там даже 70-80 быть FPS, то есть дает колоссально, особенно на процессорах со встроенной графикой. И это, так сказать, базовое понятие, то есть об одной планке мы вообще тут не будем разговаривать. База — это две планки. Соответственно, сейчас, ну, в современных реалиях, да, минимальный, чтобы, ну, был XMP профиль, чтобы у вас, ну, все нормально летало, там, как бы все, да, ну, хотя бы надо, ну, 3200. Давайте отталкиваться от 3200 CL16. Что такое CL? CL — это latency, так называемый, ну, простым языком, задержки, да, как бы в наносекундах. Соответственно, чем меньше этот latency, тем у вас лучше будет показатель. Вот смотрите, допустим, давайте возьмем за базу 3200 CL16. Без разницы, вы купите дешевые плашки 3200 CL16, либо, допустим, вот такие вот дорогие баллистики 3200 CL16. То есть, если вы просто будете в XMP профиле использовать, разницы никакой не будет. То, что тут CL16, что тут CL16, как бы, да, практически разница будет около нулевая, там будет по пределу погрешности, потому что у баллистиков изначально в XMP, там чуть-чуть вторички, третички, они все равно получше, да, но тем не менее, это будет плюс-минус одно и то же. Если вы собираетесь гнать память, да, то покупая вот такие вот планки, дешевые там всякие разнообразные, они могут быть с разными чипами памяти. Одни лучше гонятся, другие хуже гонятся. Я не говорю, что она там плохая, да, она может быть дешевая, но попасться с хорошими чипами, какими-нибудь Samsung BDI там, или еще что-то. То есть может и такое попасть. Но в основном вот эти дешевые планки, они с плохими чипами, которые, ну, плохо гонятся, и разгоняя их, вы измучаетесь и никакого прироста не получите, да?
Другое же дело, когда вы, допустим, касаясь DDR4, раньше брали баллистики на микронах едай, да, и могли их разогнать там 4 ГГц, там CL17 и так далее. То есть это давало вам огромный буст, когда вы упираетесь в процессор. А еще некоторые, допустим, делают ошибку. Вот берут, грубо говоря, сейчас много памяти такой, вот 3200 CL16, или за ту же стоимость 3600 CL18, да? Да, бывает такое, что в 3600 CL18 там более грамотные чипы стоят, и их можно подразогнать, ужать тайминги и так далее. Да, это хорошо. Но зачастую это просто тупо такой, знаете, разгон лайтовый. То есть 3200 CL16, практически все планки можно сделать 3600 CL18, да? Но это будет примерно одно и то же. Пользуясь, ну, как бы гайдами Дакара, Технограля, ну, примерно мы рассчитываем, что 1 CL это как раз-таки стоит 200 МГц, да? И получается, что 3200 CL16 примерно будет работать так же, как 3600 CL18. Ну, поняли, да? Первый тайминг, он очень важный. И получается так, что, ну, как бы смысла нет за это переплачивать, загнаться за этой частотой и так далее. Очень важен это вот тайминг CL, запомните это. К примеру, сейчас уже мы отходим от DDR4, вот у меня, допустим, память DDR5. И здесь важно учитывать, что вот на рынке очень много, ну, знаете, там, грубо говоря, такой памяти. Она там на 1000, на 1500, на 2 бывает дешевле. Ну, типа что-то там 5600 CL40, да? Или там 6000 там тоже CL40. А есть на пару тысяч дороже, на 1500, да? 6000 CL30. Между этими планками просто пропасть. Если вы не собираетесь разгонять, а просто хотите XMP или Expo профиль поставить, между этими планками будет просто пропасть. И я вам покажу на примере своих планок, да. У меня стоят 5600 CL40. Мне просто они достались очень дешево, поэтому я решил их не менять, а просто решил руками разогнать. У меня попались на памяти Hynix, на чипах памяти Hynix, и поэтому, возможно, я их довольно неплохо разогнал. Но опять-таки мне понадобился кое-какой скилл, кое-какие знания и так далее. То есть. Но тут, по крайней мере, из-за того, что я их разогнал, вы хотя бы сможете уловить разницу. Вот, допустим, 5600 CL40 или там 6000 CL30, да? Насколько будет разница? Я вам это покажу на тесте в Киберпанке. То есть я сначала поставил XMP профиль на 5600 CL40, прогнал Киберпанк, чтобы не упираться в видеокарту. То есть я поставил хорошие настройки, там Full HD было, но сделал так, чтобы видеокарта не догружалась на полную. А, соответственно, потом я разогнал 6400 CL36, и это дало определенный результат. Во-первых, что мы видим по AIDI, то, что было, допустим, чтение, запись, копирование и latency где-то там, допустим, около 60 тысяч, даже 50 с чем-то. И latency было там 76-78. А стало при 6400 CL36, стало latency около 64, что очень заметно влияет. И также подросли у нас чтение, запись и копирование тысяч на 15. То есть на какой-то такой хороший процент. И это как раз-таки вы увидите в приросте. То есть смотрите на минимальный FPS, смотрите на средний FPS. И также смотрите на количество кадров, которые отрисовало. Прирост существенный, но опять-таки это прирост только с упором в процессор. Если бы я играл в эту игру с упором
видеокарту, видеокарта была бы на сотку загружена, то такого прироста мы бы не получили уже. То есть вы должны разграничивать. Соответственно, давайте сделаем выводы, да? Ну, кто постоянно спрашивает у меня об этом, скажу так, что если у вас процессорозависимые какие-то игры, если вы не упираетесь в видеокарту и так далее, то разгон оперативки вам даст очень много, то есть порядка там 10-15%. Я на своем примере вам показал, но это не все, потому что у меня не такой скилл по разгону оперативной памяти, да. У меня в группе, кстати, есть человек, который может вам помочь разогнать все это дистанционно, если что, обращайтесь, как бы какую-то денежку заплатить, и дистанционно вам выжмет все из вашей оперативной памяти. Соответственно, ее можно разогнать было больше, ужать вторички, третички там и так далее, и получилось бы, может быть, результат еще даже лучше. Но я просто как бы на примере показать, что вот между вот этими частотами и таймингами, насколько разница у вас в игре будет. Но, соответственно, не забывайте только с упором в процессор. Было бы упор в видеокарту, там бы разницы не получилось никакой. Может быть, в минимальном, может быть, 1% лоу, вот эти 0.1%. И так далее. Может, где-то что-то плавность под фризы ушли бы, какие-то минимальные, да? Но, в принципе, FPS в среднем был бы такой же. И максимальный был бы такой же, и средний. Ребята, еще одна такая ремарочка, да? Что раньше, вот, допустим, когда DDR4 память была, ну, имело смысл, да, переплатить за какие-то там крутые планки наподобие там Crucial Ballistic. Мы знали, что тут точно микрон E-DAI, и мы его гнали, и даже 4.266 гнали, и так далее. То есть, вообще, на Z-досках как бы хорошо все было. Вот, или были там, допустим, какие-то G-скиллы, допустим, с Самсунгами, бедаями, с ровными таймингами, их можно было еще больше разогнать, да, то сейчас, как бы сказать, на DDR5, вот, допустим, основе, я заметил такое, что уже не надо привязываться вот к фирме оперативной памяти. Вот многие до сих пор отложилось в голове, что вот Kingston, да, HyperX, это прям, ну, крутые планки. На самом деле, что в DDR4 памяти, что в DDR5, этот Kingston HyperX, это просто обычная память. В нем рандомные чипы, то есть могут быть Hynix, могут быть там Samsung, могут быть даже Nani, может быть, ну мы их няня называем, кто там Nani, ну короче, могут быть даже няни, понимаете, там, то есть обычные какие-то самые левые чипы могут быть любые. И поэтому не заморачивайтесь, не переплачивайте именно за фирму. А вот за внешний вид можно, да, чуть-чуть там переплатить, кому нравится, чтобы они вот так вот светились, да, но за фирму не надо. Соответственно, вот, допустим, если брать DDR5, то просто основывайтесь на том, что вот вы видите, допустим, 6000 CL30. Это, скорее всего, Hynix и ADAI будут. Хорошие чипы, которые и гонятся, если что. Да, они и в стоке очень неплохие показатели показывают. Соответственно, вы видите, да, частоту и latency, и вы уже понимаете, что там внутри хорошие чипы стоят. То есть не надо там искать Кингстона или еще что-то переплачивать. Там бывает переплата вообще там по 5000. То есть если вы видите какую-то тикрейты, допустим, или там Adata XPG дешевле, чем Кингстон там на 3000, а там частоты и тайминги такие же, то не надо переплачивать. Это вам абсолютно ничего не даст. Это будет только вот наклейка другая. Ну, возможно, радиатор чуть другой, да? И все. Этого больше вам ничего не даст. Там же скиллы какие-нибудь, да, не нужно тоже за них переплачивать. То есть берете обязательно с радиаторами память, да, и с хорошими частотами и таймингами. Что касается DDR4 памяти, если у вас, ну, допустим, давайте 12-е поколение Intel, там 12400F какой-нибудь, и, допустим, B660, B760 доска, да, ну, то есть у вас не K-процессор, у вас там заблокировано много напряжений, которые позволяли нам раньше, там, на 10-м поколении, допустим, разгонять неплохо так оперативную память. Здесь вам заблокировали ее, и получается, что большинство таких комплектов берут всего лишь 3200 CL16. Ну, вы можете тайминги еще ужимать, там, если хорошая оперативка какая-нибудь, да, типа баллистиков и так далее. Но, тем не менее, то есть там вообще разгонного потенциала практически нет. Некоторые берут 3600, тоже с поднастройками, но некоторые не берут. Или берут, но потом ошибки выдают. В итоге, вы понимаете, да, то, что, в принципе, на, допустим, 12-м поколении, на каких-то простых там комплектах не стоит вообще переплачивать за какую-то дорогую память. Просто берете 3200 CL16, радуетесь жизни. Ну, типа, можете попробовать 3600 разогнать, но получится не получится, да и хрен с ним. Вот. Сильно этого прироста прям вам там не даст. Это не то, что мы раньше гнали, знаете, там больше 4 ГГц эти плашки, да, и тогда нам это давало хороший прирост при сравнительно низких таймингах. Если, допустим, у вас Ryzen на DDR4 памяти, то там, кстати, можно, допустим, разогнать там 3800, там, CL16, да, вот такие вот плашки. И это да, по сравнению с 3200 CL16, 3800 CL16 вам даст неплохой прирост.
Раньше, вот, допустим, брали мы 3600 какую-нибудь MSI доску, там B450, и гнали 3800 CL16. Потому что дальше у нее уже делитель идет, там дальше уже даже производитель не рекомендует гнать, там уже делится эта вся частота и так далее. Короче, 3800 CL16 для Ryzen будет просто идеалити. И это даст вам в процессорозависимых играх неплохой такой прирост. В общем, ребят, чтобы, ну, не объяснять на стримах постоянно про эту частоту и так далее, да, то есть давайте сделаем выводы. Выводы такие, что не только частота важна, а еще и тайминги очень важны. То есть, допустим, между 6000 CL40 и 6000 CL30 будет просто пропасть. Соответственно, если вы упираетесь в видеокарту, то вам оперативная память, частота, тайминги вам не слишком много что-то дадут. Если вы упираетесь в производительность процессора, это я вам показал на примере своего компьютера, как оно влияет. То есть мы получили, ну, довольно внушительную прибавку за просто так, можно сказать. И да, если вы вдруг уже купили какие-нибудь там планки, там, не знаю, с плохими таймингами, с плохими частотами, и хотите их разогнать, ну, в пределах разумного, если у вас позволяет материнская плата, позволяет процессор и так далее, то есть гнать, вы можете обратиться ко мне в группу, и там у меня есть человек, который разгоняет оперативную память, разгоняет процессор и так далее. То есть он может выжать из вашей системы все, что угодно. Поэтому, если что, обращайтесь ко мне в личку, я вас перешлю на человека, который занимается этим самым разгоном и так далее. И видите, вот на примере моих плашек, то есть я потратил, ну, буквально, может быть, час, может быть, полтора времени. Ну, с тестами, конечно, больше, там все это надо тестировать хорошенько, чтобы ошибок вообще не было. И я превратил из, ну, можно сказать, говноплашек своих 5600 CL40 в 6400 CL36. Это неплохо. 6000 CL36 это, ну, практически как 6000 CL32, да, примерно будет. И прибавил и чтение, копирование, задержки уменьшил и так далее. И то я не суперспециалист в этом деле. Но решил вам немножко так пояснить, как бы, да, поверхностно, чтобы каждый понял. А то многие там заумными словами там разговаривают, но простыми словами никто еще там особо не объясняет, да. Вот решил вам я выполнить эту роль. Всем спасибо за просмотр. Если есть вопросы, пишите еще. Может, где-то что-то я, может быть, не так сказал. Какие-то суперпрофессионалы, разгонщики меня, может, поправят. Но я хотел просто суть донести, да, примерно, что касается и DDR4, DDR5 памяти, на что она влияет, в каких случаях это поможет и так далее. И еще, ребят, скажу так, что хорошая память вам поможет не только в играх. Вот смотрите, допустим, у вас какие-то рабочие задачи, да, вы работаете за компьютером, и, грубо говоря, у вас все это упирается в процессор. Опять-таки, если не в видеокарту, а в процессор. Бывает и видеокарта, и процессор в паре, то есть обе загружены конкретно. Короче, в рабочих задачах оперативная память вам также повлияет на этот, скорость, всю эту... Ну, короче, грубо говоря, смотрите. Если взять вот какие-то, ну, тесты типа синтетики, да? Синтетика, ну, в основном это, грубо говоря, рабочие задачи. Вот, если не игровые, да? То в этих задачах тоже, получается, оперативная память даст процессору небольшой такой буст, и он тоже может выше строчки занять в этих тестах, грубо говоря, больше баллов набрать. Соответственно, как это на работе, ну, отобразится, то там же вы просто возьмете и сделаете, ну, работу быстрее. То есть у вас, допустим, было 10 минут она делалась, а станет там 8,5 минут делаться. То есть бесплатно вы можете разгоном или хорошей памятью себе добавить производительности процессора зависимым задачам. Я надеюсь, я вам как бы понятно объяснил. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, подписывайтесь в группу Telegram, если было полезно. Вот, всем пока-пока, с вами был Бахмет.